Добрый день, сегодня 1 марта, началась весна. Отдал я заказ, вот такие блюдечки я показывал. Очень довольны люди, еще заказали в подарок своим женщинам. Его немножко покривило, это из черешни. Пришлось равнять дно. Поставил фрезерный стол. И здесь в заготовке тоже черешни, отравнял дно фрезером. Ну и заодно тоже топоры заказали, это я показывал. Тоже отравнял здесь, еще шлифанул и задел трещину. И из ясеня вот такой топорик тоже заказали, с рисунком будет. Еще топор надо делать. Вот, и сейчас буду работать над черешневой заготовкой из черешни. Она влажная, забивается диски. Но тем не менее идет. Сейчас попробую. Важное. Заготовка 25 миллиметров, двойку сниму, 20 миллиметров сниму. Выбрать-то можно быстро, за полчаса это выбирается. Главное потом лобзиком обойти, отравнять, отшлифануть хорошо, как всегда. Я хожу вокруг стола и на 5 часов на себя выбираю, ни в коем случае не на встречный курс. По ходу вот крутится, где-то часов на 5, вот выбираю на себя движениями. Выбрал, теперь перевернуть, чтобы потом удобнее под руку было. Теперь глубину немножко подделаю еще.
забивается шар очень быстро. Поскольку усилие большое, я хорошо закрепил заготовку, просто мертво, чтобы она никуда не ездила. И можно тогда круги менять, давление менять побольше, поменьше, и уже тут как хочешь. Вот снова забилось. Всем благ, всем добра.